Это важно, нужно для будущего поколения, для моей внучки, для остальных, для внука, для правнуков. Ну, оценку я считаю, что даже вот и на 5 с плюсом наши поисковики стараются найти. Сейчас есть забота, конечно, очень правительство наше и президент проводит большую плодотворную работу по том, как вот это самое всех их отблагодарить за тот неоценимый труд. Об этом я слышал, конечно, и не один раз, и о том, что восстанавливаются имена солдат, захоронения старые вот, разыскивают ребята. Это достаточно патриотично и поучительно для молодежи. Это правильно, это память, это то, что никто не должен это забывать, что было. Так что я считаю, что это правильный путь. Хатсу, я считаю, хорошо сделали. Сейчас делают, насколько я знаю, аллею славы на Кургане Бессмертных. Поэтому считаю, что нормально. На самом деле, это очень важное дело для региона. И здесь при поддержке губернатора, при поддержке партии «Единая Россия» осуществляется комплекс мероприятий, в частности, вахта памяти. А непосредственно создаются мемориальные комплексы. Ярким примером является комплекс «Хатсунь», который, в принципе, дает возможность нашим потомкам в следующем десятилетии, в следующем веке почувствовать ту боль, которая сопровождала наш народ в 20 веке.